Всем привет, с вами Чебиси. Мы внезапно играем в Данген, потому что, не знаю. Потому что. Переключаю. Мы играем, вот, второй эпизод вампира. Сыграем в экстрасенса. Ты больше не можешь видеть свой хп. Максимальный хп на 100% больше. Фу, все, погнали. Я ничего в этой игре не понимаю. Смотрите, я сделал тень буквам. Она выглядит, конечно, ужасно, но зато не сливается на белом фоне. Так, ну чё, кусь, да? Так, давайте сначала дубину, потому что. И вот так. Зеркало, отлично, используем зеркало, дубина. Я, честно говоря, не знаю, сколько у нас хп. Сейчас как имбу исполню. Так. Ай-яй-яй, нам тут нечего. Давай, какой-нибудь кусь. О, кол. Отлично. Лол, уши. Хы-хы-хы-хы-гы-гы-хы-хы-гы-гы. Не знать, когда ты умрешь, это неплохо. Ну, такое. Давайте посмотрим, что в магазине. Ну, конечно же, на нас напала собака. Собака, соси бибу. Ну, я не... Сколько у меня может быть хп, чисто теоретически? Давайте мотать просто до кусей. Кусь. Что за игра? Это Данжен, моя игра, которую я сделал. Ссылка на нее должна быть где-то в описании. По-моему, очень даже недалеко где-то. Чувствую, она меня убьет, знаете. Я ничего не хочу сказать, но по-моему... Не буду дубиной бить. Дойду до куси. Когда-то они будут. Вот они, кстати. Чиби гейминг. О. Да блин, где этот? Добивалка. Я так умереть могу. О. О, кусь, кусь. Привет, Котя. Привет, Эм. Так. Колы, да? Колы. Ну, колы бесплатные, их можно использовать сколько хочешь. Ладно, мы ее добьем. Я думаю, мы ее добьем. Катапульта. Катапульт хорошо. Гапи Чибиси играет в Джунген. Че вы так издеваетесь? Какой Джунген? На кого пойти? Наверное, на червяка он вроде попроще. Так, ну сначала вот это, конечно же. А, причем... Катапульту за бесплатно, да? Зеркало. Все нормально. Так, теперь ничего не делаем. Где ушки купил? На Алиэкспрессе? Восполнить хп за 4. Ладно, допустим. Данжигули. Это Друнген. Ну вы вообще... А, он неуязвимый. Что я тут делаю? Что я тут вытворяю? Всем привет, я ничего не пропустил, ты все пропустил. Я только что рассказывал зрителям пароль от своего канала. Теперь каждый может зайти на мой канал и выложить туда любое видео. Так. Я идиот. Угу. Надо было сначала использовать карты, которые отнимают здоровье, а потом... Опа. Ну все, это вин. Дун Дженезис. Нормально. Так, часы. Часы неплохо, но нам надо брать максимум карт. Теперь весь стрим будем делать Дурунгер. Так, пойдемте на червяка, он вроде легкий. Быстро перематываю стрим назад. А такое можно делать? Я просто не знаю. Так, ну мы его убьем, да? Да? Мы его не убьем. Ладно. Теперь убьем. Что за игра? Объясните, пожалуйста, в комментариях, потому что мне очень надоело говорить. Возврат классный. Возврат классный. Можно им возвращать куси. А может реально взять возврат? Или не брать? Хороший вопрос.
Возврат. От Чибиси, что ли? Да, от Чибиси. Назад стрим можно перематывать вроде только на Ютубе. Ну все, конец. Меня разоблачат. Узнают мой пароль от канала. Так. Что делать? Дубину, да, и кол. И катапульту, может быть. А может и не надо. А, давайте вот так. Кол и кол. Чибиси настоящий данген мастер. Так, берем хпшки. Хпшки у нас должно быть много очень. Да ты достал. Чё ты лезешь-то? Чё ты лезешь? Ладно. Так, 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 так. Сделка бесплатно. Нам бы что-нибудь, какой-нибудь бы финал. Было бы классно. Давайте я, наверное, дубину не буду использовать. Она какая-то не очень. Ой, шанс. Блин, а как использовать-то шанс? Шанс надо в комплекте с бесплатной картой, где за бесплатно можно разыгрывать. Он нас не убьет, а? У меня просто такое ощущение, что он может нас убить. А, нет, все нормально. День. Нанести урон равный номеру персонажа. Это второй персонаж? Нет, ладно, не хочу. Так, альфа, час, номеру эпизода. Это второй эпизод? Нет. Говно, короче, все в этом вашем магазине. Может, на него пойти? Карту с него выпулить, платиновую. В игре будут прочие достижения, кроме прохождения эпизодов? Нет, не будет, потому что игра не зашла. Ну вот, поэтому апдейтов на нее в будущем не планируется, поэтому как-то так. Печенька с сюрпризом. Так, ну пойти на него, не пойти, пойти, не пойти. У него хп много будет. Мы его кусями не закидаем. Сколько у меня может быть хп? Так, изначально у меня было где-то... Ну, давайте попробуем. Ладно, хорошо. Не попробуем, значит, не это. Так, пока идет очень хорошо. Хорошие карты выпали. 45 хп. Как мы это сделаем? Как мы... Он еще и лечится на каждый ход. Так, шанс. Шанс — шикарная штука. Шанс вместе со сделкой. Блин. Ладно. Сейчас у нас фулл хп, фулл хп. Нанести. О, зеркало будет очень хорошо. Зеркало, кусь. Шанс. Отлично. Это лаганный хаш Чибиси. Так, бесплатно. Так мы его убиваем. Так, вот сейчас надо аккуратно. Кусь. Вот так. О, изи. Благословение. Благословение, короче, я понерфил. Теперь оно 3 урона, 3 здоровья. Неплохо, неплохо, слушайте, неплохо. О, зеркало, зеркало. Надо было еще чары использовать. О, благословение, катапульта, шанс. Ой, мне показалось, что я сейчас умру. Ой, сколько зеркал. Зеркала очень классно, пока ты не находишь мобов с ядом. Тогда все становится печально. Вот типа вот этого сыра с плесенью. Пошлите мышь долбить. Или сыр подолбить. Или вообще вот эту шнягу подолбить. Ну, давайте вот эту попробуем. О! О как. Тогда... Вот так. И кол. Чары не будем использовать. Благословление. Давайте все скинемся на лечение сыра. Ты сам рисовал все текстурки? Да. Зеркало, кстати, против него будет бессмысленно. Так, шанс. Хорошо, держим шанс. Теперь используем за бесплатно. Отлично, у нас хп должно быть очень много. Вот как мы с боссом будем сражаться, вот это вопрос хороший.
Кто-нибудь помнит Каплевича? Через 4 хода полечиться на 4. Блин, классная штука-то, неплохая. Блин, я даже не знаю, я бы взял, наверное. Через 4 хода. Но это лечилка, это хорошая лечилка. Но она будет засорять у меня колоду. Сыр уже нельзя вылечить, есть твердый сыр, его обрезать можно. Почему желе выглядит как взрывающийся слизень? Ну, не знаю. Это вообще, что мне в голову пришло, то я и сделал. ХП предлагаете взять? Ну, лечилка. Возьму лечилку. У меня ХП и так много, у меня же стартовое ХП было в 2 раза больше. Тут. Ну все, мышь, тебе конец. Не с этими мышами войны, блин. Так, давайте думать. Бесплатно используем шанс. Ну тогда так. Играем шанс бесплатно. О, план Б. Давайте. Просто по приколу. Так, лечимся от зеркала, катапульта, то все. Ну, мы разносим. И кол. Еще один шанс. Нет, спасибо. Вот тут уже будут у нас небольшие проблемы. Накладывать 2 яда. Зеркала стали бесполезны сразу. Ну, есть катапульты, прочая всякая фигня. Шанс. Ага. Так. Катапульта, план Б, чары, там все такое. Нормально. Дубина, кусь, зеркало. А, зеркало. Какое зеркало? Стоп! А, он лечится, если здоровье меньше 5. Блин, его надо вынести за ваншот. За ваншот надо вынести. Ну все, вынесли. Люди верили в Чебиси в ушках, и бог Блох исполнил их мольбы. Кто-нибудь помнит ту 3D-игру про Чебиси, где в видео на 13-й минуте уши вырывало? Да. Было дело, я помню, там было. Димон! Ну, короче, вы поняли. На пролом классная карта, я бы взял. Давайте возьмем, чё? Чё нам тут мелочиться? Тем более мы сможем ее бесплатно играть. Так, кусь, шмусь. Угу. Со сделкой многие карты становятся имбовыми. Вот смотрите, на пролом, да? А, так мы добьем его сейчас и все. Люди, из-за меня вы сейчас смотрите данген. Ой, сделка с дьяволом. Чё предлагаешь? Если на вас яд, нанести 4 урона. Классно. Это было бы неплохо против всяких каких-то едовых штучек. Но, блин, 5 хп, не хочу, извините. Имба, ага. Сам себе имбу. О, тут нету наносящих яд. Ну, картина Моны Лизы может наносить яд, но она вроде... Ой, давайте мозг бомбить. Мозг очень классно мы будем бомбить. О! Музон. Картинку на пролом под чем делал? Под недосыпом. Не знаю, мне нравится этот музон. Это мой написанный с нуля музон. Вот, если это не всякие ремиксы. Так, 4 хода полечиться на 4, давай. На пролом. За бесплатно играем. Ну, как за бесплатно? За 3. Так, теперь лечимся от катапульты на 5. Кусь, дубина. Сколько мы ему нанесли? Мы ему, по-моему, очень много ему нанесли. Так, на пролом бесплатно играем. План Б, да? Колы рано использовать. Брайн Пок. Точнее, Брайн.
Изи килл. Через 10 ходов нанести 10 урона. Прикольно, это можно босса ушатать просто в хламину. Но 10 ходов, это так долго. Это очень долго. С другой стороны... Ладно, нет, это реально очень долго. Это надо на какие-то супер долгие билды, на которых ты постоянно защитишься. Так, что мы делаем? На пролом за бесплатно играем. Зеркало, да? Кусь, зеркало, ктабульта. Это почти ваншот был. 10 ходов долго не бери. Да, да, я уже понял, что это долго. Ну все, мы тут все можем использовать. Мы просто машина, уничтожающая все. А сколько у тебя хп сейчас? Так фишка этого эпизода в том, что ты не знаешь, сколько у тебя хп, понимаете? Оно у меня... Сколько-то? Воскрешение. Если у тебя одно хп... Блин, классная карта, но... Когда я не знаю, сколько у меня хп, она не имеет смысла. Картина, она... Ну, она такая. Она такая. Так, сделка, шанс, окей. Вот я вижу Чиби с усушками, и, блин, руки хотят тебя почесать. Отошел. Не надо меня чесать. Похилиться на 8. На 10 можно похилиться. А почему бы и нет, да? На 10-то хилиться. Но у нас билд просто сумасшедший. Просто сумасшедший билд. И так сложно без незнания хп. Если хп меньше 10, так понятно, это не для нас. Чиби в карты проиграл, почему он носит ушки? Если у Чибиси раз 5 было 2 хп, но из-за челленджа он даже не знает об этом. А, понял. Я думал, ты реально следил, типа. Сколько раз у меня было... О, вот это сволочь. Она дикая. Она уворачивается, видите? Видите, как она уворачивается? Она от всего уворачивается. Я тебя закусаю. Посмотрите, она уворачивается от всего. Слышь? Да, блин. Она рили. 25% шанс вернуться. Она уворачивается от всего. Да ты достала. 25% шанс. Может, там 75% шанс? Как это работает? Почему? Понятия не имею. О, я полечился на 4. Ты меня переоцениваешь. Кубик. Так, давайте сначала подготовимся к бою. В магазине. Будем ли мы что-то брать? Мы ничего не будем брать. У нас хорошая колода, у нас хороший билд. Ой-ой-ой, кидается он кубиками. Нифига, слушайте. Надо тут готовиться к битве. Дебил, надо было чары использовать. Угу, ага. Шанс? Окей, сработало. Дубину. Ох, сейчас как бы зеркало хорошо бы зашло. Ох, я бы его сейчас вынес. Но зеркала нет, к сожалению. Так, есть шанс. На пролом давайте шанс. План Б. Ну так, готовимся потихоньку. Финальный босс батл против D6, да. И сейчас бы было хорошо зеркало, но его, блин, нету. Где мое зеркало? Меня украли зеркало. О, там что, 12 было? О, зеркало пришло. Сколько мы ему 16 урона нанесли? Вот это да. Ну, это было классно. Постоянно реролит себе карты. Ну да. Что ж, это было круто. Я не знаю, сколько мы... Сколько записи идет? Мне просто интересно, сколько мы его били. 20 минут. Неплохо. Ну что ж, если вам понравилось, то поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. С вами был Чиби Си Плей. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.